Всем солнечный привет из Вянаису. Мы находимся с вами в Вянаисе, на морюшке. Сейчас прогуляемся немножко вдоль морюшка. Там народ отдыхает. Ну, я скажу так, это прохладненько. Такой свежий, прохладный ветерочек. Ну, хорошо, солнышко хорошо греет, в принципе. Вот на 126-м автобусе поедем в Вяна. Приехали мы в Вянаис на 126-м автобусе. Здесь находится кофик, магазин, еще большой магазин есть в Миле. Но его не видно. Приехала за нами Иришка. Сейчас мы прыгнем в машину и поедем. Иришка нас, как всегда, везет, а мы сидим, балдеем с Ольгой. Едем на водопад все-таки. Потом дрова будем. Едем на водопад, потому что она предложила поехать на водопад. Я говорю, пойдем в Вяна погуляем на морюшко. Нет, говорит, поехали на водопад. На обратном пути поедем. На обратном пути тогда, да, придется поехать. Ну да, покажу вам красивые виды. Шикарнейшие. Ну, для меня шикарнейшие. Не знаю, как для вас будет, но там очень красиво. Мы приехали на водопад Кейла-Йо. Вот табличка. Кейла-Йо. Йоа. Машин здесь, конечно, немерено. Там есть дальше маленькая парковочка, но здесь уже вдоль дороги все занято. Ладно, прогуляемся, дальше посмотрим. Катюша из Великобритании. Ты удивляешься, что есть в Эстонии водопадики? Есть, конечно. Небольшие, но есть. Карта, информация. Почему нет? Я заведу. Тогда понюхай, давай, на них сужу. Вот он, водопадик. Это шипом. Здесь еще продаются всякие булочки, да, что ли. И попробовать можно. Булочки. Эти два варианта. Если добавить там лайм, мясо. О, какая прелесть. А это что такое? Это ликеры. О, ликерчики какие. Для чего вы снимаете? Для Ютуба. Приезжайте на водопад Кейла-Йо, и вы можете приобрести здесь вот такие вот напиточки. По стоимости вот цены. Слышен шум водопада. Только надо будет подойти мне с другой стороны, чтобы вам поснимать. Спускаемся по крутой лестнице. Вперед, вперед, вперед. Девчонки вперед побежали. Идите, идите. Сейчас покажу небольшой водопадик. Водопад на самом деле небольшой. Ой, ступенечка была, но красивый. Пройдемся по небольшому мостику через речку. Все,
Солнышко сегодня так хорошо. Ой, он, правда, качается немного. Но... ничего страшного. А вот там порожек. Ой, качается мостик. Пойду-ка я посерединке. Это вот с другой стороны. Солнышко сегодня, как классно, а? Когда солнышко светит. Вот и все, мостик закончился. Там сердечки и замочки. Молодожены вешают. Лестница опасная, как бы не упасть, по камушкам иду. А, там еще маленький такой коротенький мостик есть. Что, смеемся? Ищем свой замочек? Да, мы нашли. Нашли? Какой? Самый вот этот большой? Ой, что на нем написано? Да, я не буду показывать, что там написано. Некрасиво. Е-слово. Вообще там Кися и Ося были тут. Раньше все эти замочки были на мостиках, но мостик опустошили, и вот они все здесь, по ходу дела. Здесь вот такая вот доска, хотела сказать. Решеточка. Мало замочков, но есть, здесь чуть поменьше. Какая здесь красота. Немножко прохладно, но в принципе неплохо. Мы уже находимся на другой стороне, а вот с этого ракурса выглядит вот так. Водопад. Красиво. Шумит.
прогуляемся немножко с вами по парку. Здесь такой большой парк. Так, аккуратненько надо идти, чтобы не упасть. Вот, девчонки убежали. Ой, как хорошо сегодня, и солнышко, только немножко прохладненько возле воды. Какая прелесть, а! Здесь полянка такая большая, солнышко светит. Красота! Ляпота! Цветочки уже появляются. Здесь так красиво. Спуски, подъемы. Хотела заснять без людей, никак не получается. Народ гуляет. Хотели поехать в другое место, но Иришка говорит, давай отсюда поедем. Все равно до туда можно дойти уже пешочком. Приехали мы на морюшко. Находимся мы в Вянаису. Тут ветерочек, как-то прохладнее. Мои две мадам ушли. Вон морюшко. Это речушка, которая впадает в море. Солнышко сегодня, ура! Благодать. Наше морюшко. Я, как всегда, застреваю где-то, а девчонки мои уже на мостике стоят. Стоят, ждут меня. Бедолаги устали, наверное, уже. То я все снимаю и снимаю. Прогуляюсь с вами немножко вдоль моря. Здесь есть кафешка. Уже открылась. Столики на улице. Народ отдыхает. Класс. Я на мостике стою. Речушка. Пройдемся по мостику немножко. Тут такой прочный мостик, не шатается, как в Кейла. Прогуливаемся вдоль морюшка, а там далеко-далеко какой-то не туман, а теплый холодный воздух. Ёжик! Ёжик, привет! Да. Лоша! Такое морюшко красивое. Это немножко такое какое-то оно мутное сегодня. Можно дойти до конца. Синий туман. И получается где-то около 2 километров. Да? Синий туман. Синий туман? Ну давай, синий туман. Солнышко у нас куда-то спряталось. А там реальная дымка какая-то. Туман, туман.
похолодало немножко. Вон солнышко какое-то в дымке. Не надо меня хейтить. Девчонки говорят, хотят продвигать мне контент. Говорят, мы будем тебя хейтить. Хейтерить? Ну давайте, продвигайте мой канал. Туман постепенно поглощает лес. Там как раз-таки лес находится. Ну да. Прямо затянуло все. Здесь такой широкий пляж довольно-таки. И этот пляж летом посещают в день около 2000 людей. Ой, так там вообще уже такая дымка пошла. Не дымка, а туман пошел. Холодный, прям чувствуется, что холодный воздух пошел. Как там все. Да, прям вообще ничего, даже деревьев не видно. Здесь сосновый лес. Вообще классно погулять. Подышать свежим воздухом, морским воздухом. Солнышко в дымке. Тоже затянуло. Так хорошо было, такая хорошая погода была, прям небо чистое-чистое было, голубое, вот такое. Сейчас все затянуло. Ладно, погуляем немножко. Ой, так там вообще все накрывает по ходу дела. Сейчас попробуем дойти посмотреть, что там будет происходить. Ничего себе, какое красивое солнышко. Такое ощущение, как будто это луна. Класс. Но все, как я и сказала, туман поглотил все, что находится впереди. И людей тоже. Никого не видно, леса не видно, морюшка тоже уже не видно. Ой-ой-ой, холодный воздух пошел, очень холодный. Прям видно, что туман идет. Иришка, прости. Иришке дорогу перешла. Она об меня стукнулась. Ну да. Там столько людей было, что этот туман весь поглотил. А за спиной у нас тоже прям вот так вот все. Все в тумане. Прям чувствуется такое ощущение, как будто минус пошел. Морюшка наша. Как я обожаю это место и морюшка. Вот здесь так нравится. Но солнышко все равно пробивается сквозь эти тучи и туман. Красиво. Очень красиво. А летом здесь открыта вот эта кафешка. Вот изначально мы хотели прийти отсюда. Но мы пришли с другой стороны. Сосны. Сосновый лес. И эта дорожка выходит
на проезжую часть. А дальше здесь будут находиться дачи, частные дома. Кстати, очень много здесь людей живет. И такая красота. В такой красоте бы и я здесь жила. Да, морешко недалеко. От моего дома получается 23 километра где-то до этого места.